Жил-был Фондовский, и снесла его курочка яичко. Да не простое, а золотое. И был у Фондовского сосед. Решил Фондовский яйцо понадежнее сохранить. Сосед Фондовского тоже яйцо пристроил. Прошло немного времени, и пошел Фондовский в Иркутский фондовый центр узнать, как там его золотое яйцо поживает. Цыплят по осени считают. Иркутский фондовый центр. Телефон 200-341.